Paritya Loka Pravesha Nidratariya Sati Yashoda Dhu Allah Jorinda Dhu Allah
Oh.
Каждо
Раштабхир Ива Сонвахам. Раштабхир Ива Сонвахам. Сараджа Путра Вавритхе. Сараджа Путра Вавритхе. Ашушукла и воду паха. Ашушукла и воду паха. Апурьяманах Питрихи. Апурьяманах Питрихи. Каштабхир Ива Сонвахам. Каштабхир Ива Сонвахам. Сараджа Путра Вавритхе. Ашушукла и воду паха. Апурьяманах Питрихи. Каштабхир Ива Сонвахам. То, что Раджа Путра, царевич, Вавритхе, рос, Ашу, очень скоро, Шукле, пребывающая луна, Ива, как, Удупа, луна, Апурьямана, бурна, Питрихи, Питрихи, предками опекунами, Каштабхи, полное развитие, Ива, как, Са, он, Анвахам, день за днем. Перевод. Подобно луне, день ото дня пребывающий после новолуния, царевич Парикши стал быстро расти, окруженный всеми удобствами и заботой опекавших его дедов. Здесь нет комментария, поэтому мы прочитаем еще следующий текст. Якшьяма наша медхина, кьяти трухачиха джихасая, раджала пхана маудатхяо, мудьятра карадатайо. Перевод. В то время царь Юдхишхира задумал провести жертвоприношение коня, чтобы избавиться от грехов, совершенных в войне с родственниками. Но не имея других средств, помимо поступлений от штрафов и налогов, он нуждался для этого в деньгах. Комментарий Шрилы Прабхупады. Как брахманы и випры имели право на материальную помощь со стороны государства, так и глава государства имел право взимать с граждан налоги и штрафы. После битвы на Курукшетре государственная казна была пуста, поэтому дополнительных средств, помимо тех, что поступали на взимание налогов и штрафов, не было. Эти средства обеспечивали только государственный бюджет, поэтому, не имея дополнительного фонда, Махараджа Юдхишхира хотел каким-либо иным способом добыть средства на проведение жертвоприношения коня. Он хотел провести это жертвоприношение, чтобы выполнить указания Бишма Девы. Ом гьяна дипарандасья тянанджана шалакая чакшур милитам ена тасмай шри гурве нама шри чайтанья манопишам стапитам ена буддале своям рупакарамаям дадати свападантикам вандеам шри гуру шри ята падакамалам шри Гурун Вайшнавамшча Шри Рупам Саграджатам Сахагана Рагнатам Витам Камса Чевам Сарвайтам Савадутам Парджана Сахитам Кришна Чайтанья Девам Шри Радха Кришна Падам Сахагана Давита Шри Вишакамитамшча Эй, Кришна, Карна, Синду, Кинаманду, Джагатпате, Гопиша, Гопика, Канта, Радха, Канта, Намасте, Тапта, Канчана, Горанге, Радхе, Вриндаванишвари, Вришабану, Суте, Деви, Пранамами, Хариприе, Ванча, Каупата, Рубьяшча, Крипа, Синду, Патитана Павани Бьо Бай
Шри Кришна Чайтанья, Прабху Нитьянанда, Шри Адвайта Гададхар, Шри Васади Гаура Бхактавинда, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. So we're hearing about the birth of Maharaj Parikshit and all of his wonderful qualities they were described. Мы продолжаем слушать о рождении императора Парикшита и всех его замечательных качествах. And after that, we're hearing now coming back to the situation in Hastinapur. Maharaj Yudhisthira has to rule the kingdom. И после описания качеств Махараджа Парикшита здесь повествование переходит к описанию ситуации. The battle of Kurukshetra resulted in the death of all the Kurus, and so the Pandavas, headed by Maharaj Yudhisthira, took control over the kingdom. В результате битвы на Курукшетре все Кауравы погибли, и Пандавы, возглавляемые Махараджем Юдхиштхирой, вернули себе управление царством. And Maharaj Yudhisthira, his immediate concern was to do something to atone for the death of all the people at the battle of Kurukshetra. И Махарадж Юдхиштхира немедленно принял меры к тому, чтобы искупить грех от того, что были убиты в этом битве все их родственники. You remember from the chapter describing the departure of Bhishma Dev, Maharaj Yudhisthira was overwhelmed the thought of all the sins which he must have occurred because of the death of so many people. Если вы помните, ранее в одной главе был описан уход деда Бхишмы, и там также описывается, насколько Махараджа Юдхиштхира был переполнен эмоциями от того, что, возможно, он совершил столько грехов в ходе этой битвы, где были убиты их родственники. So Maharaj Yudhisthira, he wants to do something to make up for the death of all the people, and he thought to atone for that, he would perform the horse sacrifice. И Махараджа Юдхиштхира размышлял, каким образом он может искупить эти грехи от убийства стольких людей на поле битвы, и он задумал провести жертвоприношение коня с этой целью. Right, he wants to perform this Ashwamedha Yagya, which is not allowed in the Kali Yuga. Он хотел провести Ашвамедха Ягью, которая запрещена в Кали Югу. This is not Kali Yuga, Maharaj Yudhisthira. Kali Yuga had not entered yet. Maharaj Yudhisthira was ruling the kingdom, and it wasn't yet Kali Yuga. Но здесь, в ходе этих событий, описанных здесь, еще не наступила Кали Юга. На тот момент Махараджа Юдхиштхира правил миром. So he wants to have the yagna performed. The yagnas, of course, they were really meant for the previous yuga, for the Treta Yuga. И он хотел провести ягью, хотя процесс яги в основном предназначен был для предыдущих эпох, таких как Третья Юга. In every age there's a process for self-realization. Для каждой эпохи существует свой процесс самосознания. In the Satya Yuga, the process is meditation. В Сатья-йогу этот процесс медитации. People live very long time, so they can meditate. Люди жили очень долгую жизнь, поэтому они могли медитировать. And in Трета-йога the process was to perform yagna. И для Трета-йоги таким процессом было совершение яги, жертвоприношения. The Двапара-йога process is meant to be deity worship. В Двапара-йогу таким процессом было поклонение божествам. And the Kali Yuga, the process is Sankirtan.
А для Кали-юги этот процесс санкиртана. So Maharaj Yudhisthira wanted to do this Ashwamedha Yagya. He'd been advised like this by grandfather Bhishma. So Maharaj Yudhisthira thinks how to perform the yagya. In order to perform the yagya properly, you have to have a lot of gold. И Махарадж Юдхиштхира думал о том, как ему должным образом провести эту ягью, поскольку для проведения такой ягьи требуется много золота. So we see the people who perform yagyas are usually kings, because the kings have the money. Мы видим из примеров, что в основном люди, проводившие такие яги, были царями, потому что у царей обычно много денег. Kings like Maharaj Uttanapada, the father of Lord Ramachandra, he could perform yagyas. Maharaj Uttanapada. Например, Maharaj Uttanapada мог проводить яги. Uttanapada was the father of Dhruva Maharaj, and then Dasarath, Maharaj Dasarath, he was the father of Lord Ramachandra. Uttanapada был отцом Dhruva Maharaja, а Dasaratha был отцом Господа Рамачандры. And Lord Ramachandra himself performed many yagyas. И Господь Рамачандра сам проводил множество яги. So Maharaj Yudhisthira thought he would also perform a yagya and it would help to atone for all the people who were killed. И Махарадж Юдхиштхира захотел провести ягью, чтобы искупить грех от убийства людей. But the problem is, there's no money. Но проблема была в том, что не было денег на это. It's interesting, because usually we think someone's a king, they must have a lot of money. But here you see Maharaj Yudhisthira become the king, and there's no money. Интересный момент, что мы обычно думаем, что у царей всегда много денег, но здесь мы видим такую ситуацию, что Махарадж Юдхиштхира стал царем, и денег на тот момент не было. All the money had been used in the battle of Kurukshetra. They've been fighting the battle, and thousands, hundreds, millions of people died. So it took a lot of money. Все деньги были потрачены на сражение на Курукшетре, в котором погибли сотни тысяч и миллионы людей, и денег не осталось. Whenever there's a war, they spend a lot of money in order to fight a war. На войну всегда уходит очень много денег. Some time back, the UK, Great Britain, they went to war with Argentina. Какое-то время назад Великобритания вступила в войну с Аргентиной. There was a tiny island off the coast of Argentina, and it belonged, it was supposed to be British territory. На побережье, вдоль побережья Аргентины есть крошечный остров, который был под властью Великобритании. And so Argentina, for some reason, they decided they wanted this little island. They took possession of the island. And so Britain declared war against them. И Аргентина решила, что этот остров принадлежит им, и захватила его, и таким образом Великобритания объявила ей войну. It was a ridiculous thing, because the island was completely useless. It had no value at all. Это было очень нелепо, поскольку этот остров не представлял вообще никакой ценности. But simply by way of politics, the British Prime Minister at that time, it was a woman called Mrs. Thatcher, and she decided we should go to war. Это просто была политика. Премьер-министр Великобритании на тот момент, это была Маргарет Тэтчер, решила, что нужно провести войну. And they went to war, and it cost millions and millions of pounds. И они развязали войну, на которую ушли многие миллионы фунтов стерлингов. And people, many people died also. И многие люди погибли в этой войне. It was a stupid event.
Это было очень глупо. But you know, people politic that Mrs. Thatcher did this because she liked the idea of having a winning the war, that we won the war, and she feels like her political party is good. Маргарет Тэтчер руководствовалась исключительно политическими соображениями. Ей хотелось, чтобы ее партия заняла главенствующее место, и ей хотелось насладиться идеей того, что Великобритания выиграла в войне. So here Maharaj Yudhisthira, he is blaming himself for the war, for the battle of Kurukshetra. Но здесь Махараджа Юдхиштхира винит себя в том, что произошла война на Курукшетре. Because he wanted a kingdom. He needs a kingdom in order to be a kshatriya. Ему нужно было царство, в котором он мог реализоваться как кшатри. Kshatriya cannot be a kshatriya unless he has some land to rule. Кшатри — это не кшатри, если у него нет земли, которой он управляет. But Duryodhana had told the Pandavas, nothing, we're not giving you even enough land to go through the eye of a needle. Но Дурьотхана сказал, мы не дадим вам даже столько земли, даже такое количество земли, которое бы прошло через игольное ушко. So there was no choice for the Pandavas but to go to war with the Gurus. И у пандавов не осталось другого выхода, кроме как объявить войну Каурамам. So they went to war. The battle of Kurukshetra, of course, lasted 18 days. И таким образом развязалась битва на Курукшетре, которая продолжалась 18 дней. In the 18 days, how many millions of people died? Сколько миллионов людей погибло там? 640. About 64 crores or something. 1 crore is 10 million. So 64 crores. So many millions of people. Huge number. 64 crore, на crore это 10 миллионов человек. Очень много. And after the war, then they have to burn all the dead bodies. После войны им нужно было сжечь все мертвые тела. So there was so much expenses and there was no money left in the treasure. Было очень много расходов, связанных с войной, и поэтому в казне не осталось никаких сокровищ. So Maharaj Yudhisthira has become the king, but he doesn't have any money in the kingdom. There's no money there. Итак, Махараджа Юдхиштхира стал царем, но в царстве не было денег. But at the same time, he has the desire to do the yagya. Но в то же время у него было желание провести эту ягью. So Prabhupada explains here how the state has the right to collect taxes from the citizens. И здесь в комментариях Шрила Прабхупада пишет, что у государства есть право взимать налоги с населения. So Maharaj Yudhisthira, being the king, he has the right to collect taxes from the people. Будучи царем, Махарадж Юдхиштхира имел право собирать с людей налоги. But at the same time, he also has to maintain the brahmanas. Но в то же время ему нужно было поддерживать брахманов. So he has expenses. It's not all just taking taxes. He has a lot of expenses also. Но у него также было много расходов. Это не то, что он только взимал налоги и все. Расходы у него также были. You see, in the Vedic culture, the brahmanas will be maintained by the state. В ведической культуре брахманов поддерживало государство. Although in India it doesn't happen like that. Даже в Индии это сейчас не происходит. But in the Vedic times that was the system. Но в ведические времена такова была система. The different kings would always maintain the brahmanas. Цари всегда поддерживали брахманов. Just like the father of Mother Sita, who was the wife of Lord Ramachandra, her father was named Maharaj Jana. Как, например, Махараджа Джанака, отец матери Ситы, супруги господа Рамачандры. And he was very charitable. He always gave a lot of charity to the Brahmanas. Он был очень щедр и всегда раздавал много пожертвований Брахманам.
He was maintaining the Brahmana. Он поддерживал Брахмана. And we read also in the Chaitanya Charitamrita that during the time of Chaitanya Mahaprabhu, there was Mohammedan government ruling over Bengal. В Читане Чаритамрите мы читаем о том, как во времена Господа Чайтанья в Бенгалии правило мусульманское правительство. The ruler was Nawab Hussain Shah. The Nawab. Nawab means like an emperor. Правителем был Nawab Hussain Shah, и это слово Nawab означает император. And they say he was an incarnation of Jarasandha. They said Nawab Hussain Shah was Jarasandha's incarnation. Just like they say the Kamsa comes in Chaitanya Lila as a Chandkasi. So they say Jarasandha came as the Nawab Hussain Shah. Говорили, что Джарасандха пришло как Наваб Хусейн Ша. So because he was Mohammedan, he wouldn't maintain any Brahman. И поскольку он был мусульманином, он не поддерживал Брахман. They wanted to convert people, make all the Hindus Muslim. Они хотели сделать всех индусов мусульманами. So the Brahmanas at that time, they were maintained by wealthy men. И брахманов в тот период поддерживали богатые люди. And Raghunath went on to become Raghunath Das Goswami. His father and his uncle were both very wealthy people. И отец и дядя Раганатхи Даса Госвами были очень зажиточными людьми. Their names were Hiranya and Govardhan Majumda. Их звали Хиранья и Говардхан Маджумда. And they were maintaining all of the Brahmins in Bengal. И они поддерживали всех брахманов в Бенгалии. They would give charity to the Brahmanas. Они давали пожертвования брахманам. Of course, the Brahmanas were expected to be frugal and not to be extravagant in their living. Конечно, от брахманов ожидалось, что они будут жить простой жизнью без роскоши. Just like there was the one Brahmana who used to be in Mayapur. So he was a Brahmana and he had many students, he had many people who had been teaching, and they wanted to maintain him. Был один Брахман в Майапуре, у которого было много учеников, и эти ученики хотели его поддерживать. But the Brahmana said, No, I don't need anything from you. I have my rice and I have some tamarind leaves. Enough for me. И Брахман ответил, нет, мне это не нужно, у меня есть рис, и мне этого достаточно. In other words, he just wanted to live very simply. Он хотел жить очень простой жизнью. He was not interested in any extravagant living. Его не интересовала роскошная жизнь. So the Brahmanas could be maintained by the state, provided the Brahmanas were not extravagant. Итак, Брахманов поддерживало государство при условии, что они не шиковали. Problem comes, a lot of people, they want to be Brahmana, but at the same time they want extravagant living. Проблема начинается тогда, когда люди хотят быть Брахманами, но при этом вести роскошную жизнь. So the two don't really go together. They're contradictory. Но эти две вещи несовместимы. Brahmanas live simply. They minimize the demands of the body. Брахманы живут простой жизнью. Они минимизируют потребности своего тела. And in this way they can cultivate the mode of goodness. И таким образом они могут развивать моду благости. The Brahmana is meant to be a symbol of the mode of goodness. Брахман должен быть символом моды благости. We also say the Brahmanas, they don't have the blessings of Lakshmi, the goddess of fortune. Также говорится, что у брахманов нет благословения Лакшми, богини удачи. You remember the story, Bhrigu Muni,
went to Lord Narayan and he kicked him in the chest. Помните историю о том, как при Гумуне пришел Господу Нараяне и пнул его в грудь. And Lord Vishnu, Lord Narayan, he said, "Oh, I hope you did not hurt your foot on my chest." Господь Нараяна сказал, я надеюсь, ты не ударил, не повредил свою ногу об мою грудь. So Lord Narayan was not upset, but Lakshmi was there. She had been massaging Lord Narayan at the time when Bhrigu Muni came and kicked him. И Господа Нараяна это никак не задело, но Лакшми, которая присутствовала там и растирала стопы Господа Нараяна, была очень огорчена. So Lakshmi was upset that this Brahmin has come and kicked my husband on the chest like this. This is not good. Лакшми была очень огорчена, что пришел этот Брахман и пнул ногой моего мужа в грудь. So it said from that time on, Lakshmi did not give any blessings to the Brahmin. Говорится, что с тех пор Лакшми не дает своих благословений Брахманам. So the Brahmanas can live poor. They're meant to live poor. They're not meant to be wealthy. Поэтому брахманы должны жить простой жизнью и, как правило, бедными. And you see examples like Sudama Brahman in Krishna Lila, how he was so poor. Мы знаем пример Судамы, брахмана Судамы из Кришна Лилы, который тоже был очень беден. And then you have people like Kolaveka Sridhar also, who was very poor. Или Калавеча Шридхара, который также был очень беден. But they were brahmanas, but they were not materialists, they were not eager for material opulence. Они были брахманами и не стремились к материальной роскоши. The wealth is meant to be in the hands of people like the kings, the kshatriyas, the rulers. Богатство должно быть сосредоточено в руках царей, кшатриев, правителей. And when the brahmana needs something, then he can go to the king and he can request it. А когда брахману что-то нужно, он может пойти к царю и попросить у него. Otherwise, the brahmana will just be satisfied living simply and giving spiritual teaching. В противном случае брахман просто удовлетворен тем, что у него есть, живет простую жизнь и обучает людей. So the different governments of the world, they would maintain the brahmanas because the brahmanas would guide them and give them all kinds of advice. И таким образом разные правительства разных стран на земле поддерживали брахманов, поскольку те наставляли их на духовный путь. The brahmanas would help them with their spiritual progress and would also help them with their material life, that they could improve their material condition. Брахманы давали наставления как в духовной сфере, так и материальной, объясняя, как лучше поступить, чтобы материальная ситуация также улучшилась. And you can see Sukracharya, how he advised the demons. He was the guru of the demons. And by the guidance of Shukracharya, demons became very opulent and very powerful. У нас есть пример Шукрачарьи, гуру демонов, который давал им наставления, благодаря которым они добились огромного прогресса. So the brahmanas, they're meant to be the head of society. They're meant to be given the proper respect, and their words are meant to be taken as the instructions to be followed. Предназначение брахманов быть головой общества, и им следует выказывать почтение, и также следует принимать их наставления. So Maharaj Yudhisthira has a problem. He wants to do the yajna, but there's no money. Итак, возвращаясь к этой теме, у Махараджа Юдхиштхира хотел провести ягью, но у него не было на это денег. Just like Srila Prabhupada went to the West, he went to America. Prabhupada didn't take any money with him. Когда Шрила Прабхупада отправился в Америку, у него не было с собой денег совсем. He didn't have any money to take. Он не взял с собой деньги, потому что у него их не было.
Whatever money he did have, he used it to print books. Although he was alone in India, working alone, he had printed the first canto of the Srimad Bhagavatam in 3 volumes. Хотя он в Индии был один, он тем не менее напечатал первую песню Шримад Бхагаватам в 3 томах. And he was writing his newspaper back to Godhead newspaper occasionally, not regularly. И периодически он издавал нерегулярно газету Dr. Godhead. So he went to America on the boat. He didn't have any money for a ticket to go any other way. The lady gave him free passage on her boat. И у него не было денег на какой-то комфортный способ добраться до Америки, поэтому он поехал на грузовом судне, бесплатный проход на который ему обеспечил владелец этой компании. And when Prabhupada got to America, he sold a set of books, a set of the Bhagavatam. He sold one set to the captain on the ship. The captain was an Indian man, a Brahmana man. His name was Captain Pandey. И по пути в Америку Шрила Прабхупада продал один комплект Шримад Бхагаватам капитану этого судна, который был индусом и брахманом. So the captain was a nice man, and he gave Prabhupada $20. Капитан был хорошим человеком, и он дал Прабхупаде за книги $20. Quite a good price for 3 books. Хорошие деньги за 3 книги. But Prabhupada said $20 in the USA. He said it won't last you more than a couple of hours. You can spend $20 very quickly. Но Шрила Прабхупада говорил, что в Америке $20 хватит в лучшем случае на пару часов. But that was the only money he had when he landed in America. Но это были все деньги, которые у него были с собой, когда сошел с судна в Америке. Of course, nowadays, if you go to America, they will ask you, how much money have you got? Если вы сейчас отправитесь в Америку, у вас на границе спросят, сколько у вас с собой денег? And if you say $20, then go back. Если вы скажете, у меня с собой $20, они скажут, разворачивайтесь обратно. They won't let you in. Они вас не пропустят. You have to have money. So, anyway, Prabhupada was like that. He'd gone to America with no money. He began the movement with no money. And he opened centers around the world with no money. И таким образом, когда Шрила Прабхупада отправился в Америку, у него совсем не было денег, но он проповедовал и открыл множество центров по всему миру, но даже не имея денег. The 3 householder couples went from America to England to open the center in London. 3 семейные пары отправились из Америки в Англию, чтобы открыть там центр. And they had no money. И у них не было денег. So they were constantly struggling how to find money, how to get money. Поэтому они постоянно думали о том, где же взять деньги. And they would go to different people and request them to give some donation to support their activities. Они ходили по разным людям и просили у них пожертвования на свою деятельность. Guru Das Prabhu, who was one of the 3 householders to go there. He was the husband of Yamuna. So he described how he got some money. Guru Das Prabhu, супруг Ямуны и один из этих трех представителей этих трех семей, рассказал, как ему удалось найти деньги. He had a letter from Ravi Shankar, a famous musician in his time. Он получил письмо от Рави Шанкара, популярного музыканта тех времен. And so one man was advertising, he wanted to collect the autographs of famous people. So Guru Das took this letter of the man, put his signature on it, and he sold it to the man, got money. He had a letter from the famous man, and he took it to this
man who was purchasing. И таким образом у него было это письмо с подписью, с автографом этого Рабиджанкара, и он продал его одному коллекционеру. Then this way he was trying to get money somehow or other. Такими самыми различными способами он пытался найти деньги. And Shamsundar, he had some experience to do some renovations and interior decoration, and he would get work doing stuff for different people, renovating their home or decorating their shop. Shamsundar подрабатывал на дизайне интерьера и украшении различных домов, магазинов. And they were just living from day to day. They had no funds at all. Им приходилось жить одним днем, потому что у них вообще не было денег. But they had a lot of determination. Но у них была большая решимость. And Prabhupada encouraged them. И Прабхупада направлял их. And they were able to meet George Harrison, and they got George Harrison to help them. И таким образом им удалось встретить Джорджа Харрисона, и тот помог им. So Krishna provides somehow, maintains the devotees. Так или иначе, Кришна поддерживает своих преданных. Although the brahmanas are poor, the brahmanas are peaceful. They're happy. Брахманы хоть и бедны, но они умиротворены и счастливы. As devotees, we're not ambitious to get a lot of money. Будучи преданными, у нас нет амбиций заработать много денег. If somebody comes with money, we can use it for the service of Krishna. Если кто-то приходит с деньгами, мы можем задействовать их в служении Кришне. Just like my godbrother, Mahavishnu Swami, he was a young brahmachari in London, and he was told, you're in charge of Rati Atra. We're having Rati Atra in a couple of months. We want you to be in charge of the Rati Atra. Как мой духовный брат, Махавишну Свами, который в те времена был еще молодым брахмачари, ему сказали, что он ответственен за проведение Радхаятры, которая будет состоится через пару месяцев, чтобы он взял на себя его организацию. So he said, oh, I'm in charge of Rati Atra. He said, how much money are you going to give me? What's the budget? And they said, there's no money. И он спросил, хорошо, я возьму на себя организацию, а сколько денег вы дадите мне на это? Какой у нас бюджет? Ему ответили, денег нет. So Mahavishnu said, I have to put on Rati Atra, no money, how to do it? И Махавишну подумал, а как мне организовать Радхаятру вообще без денег? It's about Krishna will help. И ему сказали, Кришна поможет. And so it happened after a short time, someone in the family of Mahavishnu died. And when they died, the family member died, they left money, and he got an inheritance from them. И так случилось, что в очень скором времени после этого кто-то из его семьи умер и оставил ему наследство, и Махавишну получил наследство в деньги. So he, when he got the money, he said, I'm using all the money for Rati Atra. I'm not giving money for anything else. It's all for Rati Atra. И когда он получил эти деньги, он подумал, я задействую все эти деньги на организацию Радхи Атры. Я не буду тратить их ни на что другое. So he put on a very big festival, he had posters printed, and they put posters all over London, letting everyone know we're going to have a Rati Atra. И они напечатали афиши о предстоящей Радхаятре и расклеили их по всему Лондону. And they built a huge chariot, much bigger than they'd ever built. Они построили огромную колесницу, намного больше, чем когда-либо до этого. And they had beautiful new clothes made for Lord Jagannath. Они сшили для Господа Джаганнатхи прекрасные новые одежды. And they had really opulent prasadam for everyone. Приготовили роскошный просад для всех. And they had the whole festival area decorated with flowers everywhere.
И они украсили всю площадку, где проходил этот праздник под цветами. So Prabhupada came for the Rath Yatra, and Prabhupada was surprised because, you know, usually he saw when he came to England, we didn't have anything, hardly any flowers, hardly very simple prasadam. И когда Шрила Прабхупада увидел все это, он был очень удивлен, насколько все роскошно, потому что до этого, когда он приезжал в Англию, он знал, что у нас никогда нет денег, у нас едва хватало денег на покупку цветов, всегда был очень простой просад. So Prabhupada said, this is very nice, Rath Yatra. He said, where did you get the money? И Прабхупада сказал, какая прекрасная Ратха Ятра, а где вы взяли деньги на все это? Because he knew we never have money there. Потому что он знал, что обычно у нас денег никогда нет. And so they told Prabhupada how this devotee had got the inheritance and he used it all for the Rath Yatra. И преданные рассказали Прабхупаде, что вот этот преданный получил наследство и все деньги потратил на Ратха Ятру. So Prabhupada said, oh, very good, money well spent. И Шрила Прабхупада ответил, как хорошо, деньги потрачены правильно. So Prabhupada appreciated that they spent the money for Krishna. Прабхупаде очень понравилось, что преданные использовали деньги для Кришны. One time when Prabhupada came to London, they arranged for a helicopter to bring Prabhupada from the airport to the temple. Однажды, когда Шрила Прабхупада приехал в Лондон, мы заказали вертолет, чтобы из аэропорта отвезти его в храм на вертолете. Because we had the Bhaktivedanta Manor temple, so Bhaktivedanta Manor, they have a big ground, they have open space there on the land. Поскольку храм, центр находился в Бхактивиданта Манаре, и вокруг него очень большая территория. So they hired the helicopter to bring Prabhupada from the airport straight to the Bhaktivedanta Manor, and this way it missed all the traffic jams. И преданные заказали вертолет, чтобы отвезти Шрилу Прабхупаду из аэропорта напрямую в Бхактивиданта Манор, чтобы он не стоял в пробках. So Prabhupada thought, okay, helicopter, very nice. Then the next year when Prabhupada came, they didn't have the helicopter. Instead, they had to take Prabhupada in the car. И таким образом Шрила Прабхупада сказал очень хорошо, но в следующем году, когда он приехал, вертолета уже не было, и его повезли на машине. So Prabhupada remarked, he said, you know, last year you brought me in the helicopter, this year we're in the car. What happened? И Шрила Прабхупада отметил, что в прошлом году вы везли меня на вертолете, а в этом году везете на машине. Что случилось? The devotee in charge of the temple said, Prabhupada, we're still paying for the helicopter. И преданный, который руководил тогда храмом, сказал, Шрила Прабхупада, мы за тот вертолет до сих пор расплачиваемся. Such a big Prabhupada laughed, you know, yeah. Прабхупада посмеялся. So Prabhupada didn't worry about money, you know, Krishna can provide. Krishna gives. И преданные не волнуются о деньгах, потому что Кришна всем обеспечивает. At one point the devotees were purchasing a building in the USA, in Detroit City there. So they wanted to purchase a big house there. Однажды преданные хотели купить здание для центра в Детройте. So they brought Prabhupada to see the place, and Prabhupada liked the building very much. He thought it's very good, very nice, but it will make a beautiful temple. Преданные привели туда Шрилу Прабхупаду, и ему очень понравилось это место, это здание. Он подумал, что здесь может быть прекрасный храм. So the real estate man was there, and the real estate man was quite excited, you know, sell the house and get a good price for the house. И там присутствовал риэлтор, который уже предвкушал сделку по хорошей цене. But Srila Prabhupada said to the man, he said, can you give it to us? И Шрила Прабхупада сказал, а вы можете его отдать нам?
that we don't have any money, we're beggars, so can you give the place to us? У нас нет никаких денег, мы живем на пожертвования. Могли бы вы нам отдать это здание? So the real estate man was, didn't know what to say. Агент потерял дар речи, не знал, что сказать. But this was how Prabhupada negotiated a very low price. Finally, when we did buy the place, we got a very low price. Но таким образом Шрила Прабхупада проводил свои переговоры по сбиванию цены, и в конечном счете, когда мы купили это здание, его продали нам по низкой цене. So we understand that Lord Narayan and his wife Lakshmi, they live in great opulence, but the devotees of Lord Narayan, they will live simply. И мы должны понять, что Господь Нарайана и его супруга Лакшми живут в роскоши, но их преданные живут простой жизнью. And Lord Shiva and his wife Parvati, they live very simply. They live under a tree. They don't even have a residence. А Господь Шива и его супруга Парвати живут очень просто. Они живут под деревом, у них даже нет дома. But the devotees of Lord Shiva, they usually very opulent, they have a lot of wealth. Но преданные Господа Шивы обычно живут в роскоши и очень богатые. So sometimes people wonder, why is it like this, you know, that these people devoted to Lord Shiva, but they have so much wealth. И иногда люди задаются вопросом, а почему так происходит, что преданные Господа Шивы имеют столько богатства? So we understand that although they're devoted to Lord Shiva and they have a lot of wealth, they don't have peace of mind. No. They live constantly in a mode of passion and ignorance. Но мы должны понять, что несмотря на то, что они преданы Господа Шивы и очень богаты, они не умиротворены и постоянно без чего-то хотят. They don't enjoy the real blessings of Lord Shiva. Они не наслаждаются по-настоящему благословениями Господа Шивы. They may have luxury building, they may have wealth, but they don't have the peace of mind. У них могут быть роскошные дома и много богатства, но нет спокойствия в уме. They don't have detachment from the material. И они не отрешены от материального. They're very attached. Они очень привязаны. But the devotees of Lord Vishnu, or those who are devoted to Lord Narayan, Lord Krishna, they may live very simply, but they have wealth in the form of peace of mind. Но преданные Господа Нараяны, Вишну, Кришны, могут внешне жить очень просто, но у них есть огромное богатство, которым является умиротворенность. They live simply depending on the Lord, and whenever necessities are there, the Lord arranges, provides for them. Они живут очень просто и полностью зависят от Господа, и когда им что-то нужно, Господь обеспечивает им это. And certainly the history of our movement has been like that. There have been many occasions when the devotees were in financial difficulty, crisis, but somehow or other, Lord Krishna arranged. И история нашего общества подтверждает это, поскольку было много ситуаций, когда преданные испытывали недостаток средств и проходили через финансовый кризис, но так или иначе, Кришна разрешал эти ситуации и давал им то, что необходимо. And here also we will see how Krishna provides for Maharaj Yudhisthira so that he can perform the Ashwamedha Yaga. И здесь мы также увидим, как Господь Кришна обеспечит Махараджу Юдхиштхиру всем необходимым для проведения его яги. Of course, it doesn't just happen automatically. They have to endeavor. Конечно, это не происходит автоматически. Усилия все равно прилагать нужно. And we will hear how Maharaj Yudhisthira sends his brothers out
round the planet in different directions to collect gold. И мы дальше будем читать о том, как Махараджа Юдхиштхира послал своих братьев по всему миру собирать золото. And there's the region in Bhumandala. In Bhumandala, the Mount Meru is there. And in Mount Meru, there's a mountain of gold. So Arjuna had gone there collecting gold, and he'd taken gold from there. В Бхумандале есть такой регион, такой район, где находится гора Меру, гора из золота. И Арджуна был там и собирал золото там. You want to get some gold, you can go there, go to Mount Meru. Если вам нужно золото, тоже можете отправиться в Меру. Of course, you have to have a lot of punya, you have to be a very pious person in order to enter into that region. Правда, для этого у вас должно быть много пуньи, вы должны быть очень благочестивы, чтобы иметь возможность войти в это место. But Arjuna was able to do that, and he was able to bring back the gold to help Maharaja Yudhisthira to perform his yagya. Но Арджуна мог это сделать, и он вернулся с золотом, которое отдал Махараджа Юдхиштхире для проведения яги. So we see how convenient Sankirtan Yoga is. The real yagya for the Kali Yuga is Sankirtan, and you don't need a lot of wealth for that. И мы видим, насколько удобен процесс для Кали-юги. В Кали-югу мы должны проводить Санкиртана-ягью, и для нее не требуется много богатства. We have our Madanga and Kartals, and we can go and chant and do the very nice yoga. Нам требуется только Мриданга и Карталы. Мы можем выйти и провести хорошее жертвоприношение. So this is the mercy of Chaitanya Mahaprabhu, that he brought us yagna in the most convenient, practical form for the Kali Yuga. Такова милость Господа Чайтаньи Махапрабху. Он дал нам ягью, которую удобно проводить в Кали Югу. In other ages, to perform a yagya, you have to be so wealthy, and you have to endeavor to get so much gold. But in the Kali Yuga, we just have to chant the holy name. We can perform even greater results than any other yoga. В предыдущей эпохе для проведения жертвоприношений требовалось очень много богатства и требовалось много усилий, чтобы собрать деньги на эти яги. Но в Кали-югу нам не требуется много, чтобы провести яги, а результат еще больше, чем от яги в предыдущей эпохе. So the Sankirtan Yagya, very important, very powerful, and brings us the greatest benefit. Таким образом, Санкиртана Ягья очень важна, очень могущественна и дарит нам высочайшее благо. We continue to perform the Sankirtan, and people will see how we're dedicated, how we're convinced in the holy name. Если мы продолжим проводить Санкиртана Ягью, люди увидят, насколько мы преданы и насколько мы решительны в этом процессе. So we want to give this Sankirtan movement to everyone. We want them to all to at least hear the chanting of the holy name. Поэтому мы проводим движение Санкиртаны, чтобы дать людям, по крайней мере, возможность услышать Святое Имя. And even they don't take part, if they hear the chanting of the holy names and they see the devotees, they get benefit. Если люди даже сами не принимают участие в Санкиртане, но слышат Святые Имена и видят преданных, они получают благо. Just like in the month of Damodar, there's a story about the one man who he never did any pious activity. He was a sinful person. Есть история. But he saw a lot of devotees doing Damodar Puja. Есть история о человеке, у которого не было никакого благочестия, который никогда не раздавал пожертвования, но он увидел преданных, которые проводят Дамодара Пуджу вместе с Картиком. And because he saw people doing all this, when at the time of death, when the man died, he was taken to Yamaraj, and they were going to punish him. He was to be burned in boiling oil.
И затем этот человек умер, и его забрали к Ямараджу, и он должен был понести наказание за свои грехи, а его тут должны были поместить в чашу с кипящим маслом. But when the Yamadutas put him into the boiling oil, the oil immediately became cool. Но когда Ямадуты поместили его в эту чашу с кипящим маслом, масло тут же остыло. And the Yamadutas were surprised at what happened. И Ямадуты были очень удивлены, что случилось. So Lord Yamaraj came, and then Narada Muni came, and Narada Muni told them, this man, although he never did anything pious, he saw the devotees worshipping the Lord. He saw them chanting the Lord's names and doing the puja for the Lord. So he got 1/6 of the benefit of all their activities. Туда пришел Ямарадж, и также там появился Нарада Муни, и сказал, что хотя этот человек в своей жизни не совершил ни одного благочестивого поступка, но он видел, как преданные поклоняются Господу, слышал, как они поют святые имена, и за счет этого он получил 1/6 блага от их деятельности. So Narada Muni told him, you can't harm this man. All of his sins are destroyed. И Нарада Муни сказал, вы не можете причинить зла этому человеку, поскольку все его грехи ушли. So when we do Sankirtan, people see us chanting the holy name and so on, they benefit some of their sins and also destroy. И поэтому, когда люди видят, как мы занимаемся Санкиртаной, как мы танцуем и поем, часть их грехов, их последствий грехов уничтожается. And especially during the month of Kartik, we want to perform nice Sankirtan and give the mercy to people. И в особенности в месяц Картика нам нужно проводить хорошую Санкиртану и давать людям милость. Okay, any question? Есть ли вопросы? Any questions? Just like when
But Krishna's son had gone, got involved with Duryodhana's daughter. He kidnapped Duryodhana's daughter. What was the name? Как звали дочь Дурьёдхана? Джамбавати's son. What's the name of Джамбавати's son? Сына Джамбавати как звали? Самба. Okay, Самба. Yes, Самба. Thank you. So Самба wanted to marry this girl who was the daughter of Duryodhana. So he kidnapped her. And then Duryodhana came with other soldiers and they arrested Самба and took him a prisoner. Был случай, когда сын Господа Кришны и Джамбавати, Самба, похитил дочь Дурьодханы, и Дурьодхана вместе со своими воинами догнал его и пленил. So Lord Balaram came there to negotiate to get Samba released. Lord Krishna was going to come with an army and fight them, but Lord Balaram said, no, it's okay, I will go, I will talk to them. И Господь Баларама пришел, чтобы поговорить об этом и убедить их отпустить Самбу, поскольку Господь Кришна уже готов был напасть со своей армией, но Господь Баларама остановил его и сказал, что он все уладит путем переговоров. And Duryodhana was very happy to see Lord Balaram there. He thought, Lord Balaram, he's my good friend, he's my teacher, everything will be okay. И Дурьодхана был очень рад видеть Господа Балараму, поскольку он был его другом и учителем. But then Lord Balaram demanded the release of Samba, and he said, now that your daughter, that's his wife, so you have to give her also. Но Господь Баларама потребовал у него, чтобы он отдал Самбу вместе с его дочерью, поскольку она уже считалась его женой. And so then Duryodhana was not going to do it, got angry and began to insult Lord Krishna. Дурьодхана не хотел это делать и начал оскорблять Господа Кришну. And he said, you want to tell us what to do. So Lord Balaram got angry, he took his plow and he was going to drag the whole palace of Hastinapur into the Yamuna. И он начал говорить, что вы, Ядавы, указываете нам, что делать. И Баларама впал в гнев и схватил свой плуг и хотел потащить весь Хастинапур к Ямуне. So immediately then Duryodhana changed his mind and said, no, it's okay, you can take Самба, take my daughter, and he gave a dowry also. И Дурьодхана мгновенно передумал и сказал, пожалуйста, забирай Самбу, забирай мою дочь и уезжайте. And then another time in Dwarka, the Balarama wanted to arrange the marriage of Subhadra with Duryodhana, wasn't it? Другой раз Баларама хотел устроить женитьбу Субхадры и Дурьодханы. But Arjuna liked Subhadra, and Arjuna disguised himself like a sannyasi. Но Арджуна имел привязанность к Субхадре, и он переоделся в саньяси. And so it happened, they invited Arjuna, thinking he was a sannyasi, they invited him to come and take food. So when he came there, then he took Subhadra and went off with Subhadra and took her for his wife. И его пригласили, думая, что он сannyasi, чтобы угостить его, накормить, и он в это время похитил Субхадру и скрылся с ним. So Balaram was very angry because he was arranging Subhadra to get married to Duryodhana. И Господь Баларама очень разозлился, потому что он хотел устроить свадьбу Субхадры с Дурьодханой. But Lord Krishna pacified him and said, no, Subhadra likes Arjuna more than Duryodhana. She wants to marry Arjuna. Но Господь Кришна успокоил его и сказал, что Субхадре нравится Арджуна, и она хочет выйти за него замуж. So Lord Balaram was pacified because he cares what Lord Krishna thinks. И Господь Баларама успокоился, поскольку ему важно было то, что говорит Господь Кришна. So we learn how important it is to put
please Krishna. Из этого мы понимаем, насколько важно удовлетворить Кришну. Even you may be a friend of Duryodhana, but Krishna is more important. Даже если вы друг Дурьодханы, а Кришна важнее. Которое может занять какая-то личность.
So while Yamaraj became Vidura, another Yamaraj, another person took the position of Yamaraj. И пока Ямараджа был Видурой, кто-то другой занял положение Ямараджа. There has to be always some Ямарадж there. Someone has to be Ямарадж. They have to do that work. Всегда должен быть кто-то, кто находится на посту Ямараджа и выполняет эти обязанности. So Ямарадж became Vidura. With the help of таким образом, Ямарадж стал Видурой при помощи Вьясады. Spirit soul is it's a spiritual particle. You don't see it, but it can move by the plan of the Lord, by the grace of the Lord. It can move from one place to another place. Духовная душа — это духовная искра, которую невозможно увидеть, но она может перемещаться из одного места в другое по воле Господа. Just like Lord Balaram was in the womb of Devaki, and he was in the womb of Devaki for 7 months, and then Yoga Maya transferred him to the womb of Rohini. Как, например, Господь Баларама в течение 7 месяцев находился в лоне Деваки, но затем Йога Майя перенесла его в лоно Рахини. How did it happen? By the power of Yoga Maya. Как это произошло? Благодаря могуществу Йога Майи. So you can say also like this Vidura. How did he become Vidura when he's Yamaraj? It's by the power of Yoga Maya, the plan of the Lord. И также, каким образом Ямараджа смог стать Видурой, тоже благодаря энергии Йога Майи и по плану Господа. And the plan of the Lord was to keep the words of His great devotees, because His great Mandukka Muni had put that verse, so the Lord made sure it happened. Планом Господа было выполнить слова, произнесенные Его преданным, поскольку Мандукка Муни произнес это проклятие, и Он Господь сделал так, что все осуществилось. Even we see Shringi, the son of Somika Muni. Shringi, young Brahmana boy, cursed Maharaj Parikshit to die in 7 days. Мы видим другой пример. Это Шринги, мальчик, сын Брахмана Шринги Муни, который проклял Махараджа Парикшита на то, что ему придется умереть через 7 дней. So the young boy, he did not use the brahminical powers properly, but still the curse happened. It took effect because he put that curse. И хотя этот мальчик неправильно использовал свои брахманические силы, тем не менее его проклятие осуществилось. So we're very powerful. We want to be very careful in dealing with devotees and brahmanas and so on. You don't want to get any curses. You don't want to be cursed by them. Поэтому мы должны очень осторожно себя вести с преданными и брахманами, чтобы не нарваться на проклятие. Because the Lord makes these things happen, keeps the words of His devotees. Потому что Господь позволяет этому осуществиться, чтобы слова Его преданных не пропали даром. It's about
about yesterday discussion about super soul. When we discussed super soul, devotee can get some answers from super soul, but we must follow the guru sadhu and shastras to confirm it. At what stage a devotee can get all the answers and understanding just from the holy name? Well, it is stated, Yasya Devi Parabhakti Yata Devi Tata Guru Tasya Iti Prakatyahyata Prakashanti Mahatma. One who has faith in both the Supreme Lord and the spiritual teachers, then all the purports of the scriptures will be revealed. Тому, хто обладает верой как в Господа, так и в духовного учителя, открывается смысл всех священных писаний. So when we have that firm conviction that when we're fully convinced and dedicated to the words of Krishna and the spiritual teachers, then we will understand, we'll get all the answers. Поэтому, когда мы полностью убеждены в правоте слов Господа Кришны и духовного учителя и полной решимости следовать им, тогда мы получаем все ответы. So faith is something which is there at all levels of Krishna consciousness. Вера — это то, что должно сопровождать нас на всех уровнях сознания Кришны. And our faith has to mature more and more as we go on in Krishna consciousness. И по мере нашего продвижения в процессе сознания Кришны наша вера должна становиться все более и более зрелой. We see there's three levels of advanced. We talk about Kanista, Madhyam, and Uttama, and we could say these divisions are based on faith. Мы знаем, что есть разделение на три этапа в совершенствовании в предослужении: Каништа, Мадхьяма и Уттама. И мы можем увидеть, что их разделение как раз происходит по степени веры. Of course, they can also, these divisions can also be based on the knowledge of the philosophy. Конечно, это разделение можно провести также и по глубине понимания философии и знания. And it can also be based on their devotion. И также это может быть основано на их преданности. So there are different methods, different ways in which we understand who is Kanista, Madhyama, and Uttama. Поэтому мы по разным критериям понимаем, кто есть Канишха, Мадхьяма или Уттама. But you want to know how, what stage we can get all the answers to the holy name by chanting the holy name? When you have that faith in the chanting of the holy name, and you are convinced that the holy name is not different from Lord Krishna himself. На какой же стадии мы можем получать ответы из святого имени, когда у нас есть вера в святое имя и we have faith and we're convinced that the holy name is not different. И когда мы убеждены в том, что святое имя не отлично от самого Господа. Вот Хурилинова, тут у нас видео пропало. Пожалуйста, скажите, что включили. Sorry, Hare Krishna. Спасибо, Гуру Махарадж, за лекцию. У меня такой вопрос. Вот в священных писаниях тоже рядом там кто-то кого-то проклинает. То есть как бы это нормально, да, вот как бы кого-то проклясть, и что является основанием для проклятия, и где же тогда как бы прощение? То есть на каком этапе, ну когда мы можем простить, а когда необходимо проклясть, что является как бы показателем либо проклясть, либо простить?
we can often see that someone curses another person, and it happens very often. But what about forgiveness? How should we estimate at what point we should curse and at what point we should forgive a person? Well, it's not really our business to curse people. We want to forgive people. Мы должны прощать. We don't want to be thinking of cursing them. Мы не должны думать о том, чтобы проклинать кого-то. When Narada Muni cursed someone, like he, he cursed the Onala Kubera and Manigriva, that they became trees. You could say that was his curse, but that was also his mercy on them. Например, когда Нарада Муни проклял Манигриву и Налакувару на рождение в форме деревьев, можно сказать, что это было проклятие, но также это было его милостью, которую он пролил на них. Because Нарада Муни knew that in the future the Lord will come there, so these two souls will get the greatest mercy. Потому что Нарада Муни знал, что в будущем в этом месте появится Господь, и эти две души получат огромное благо. Daksha curses people, and you see that when Daksha cursed Narada Muni, he cursed Narada Muni that you won't be able to stay in one place more than a short time. You have to always be moving. Или как Дакша проклял Нарада Муни, сказав ему, ты не сможешь в одном месте оставаться дольше какого-то короткого времени, тебе придется все время перемещаться. So that was a blessing for Narada Muni. И для Нарада Муни это было благословение. Although Дакша thought it was a curse, Нарада Муни thought it's good, it's very nice. Дакша думал, что он проклинает его, но для Нарада Муни это было прекрасно. I don't want to stay one place too long. Он не хотел задерживаться в одном месте слишком долго. And we see Lord Chaitanya got cursed. One Brahmana wanted to go to the Kirtan in Srivasangam, but they wouldn't let him in because he was a very materialistic Brahmana. Однажды господин Чайтанья проклял один человека, который хотел попасть на Киртан Шривасангам, но Господчитание не хотело его туда пускать, поскольку тот был очень материалистичным. So the Brahmana cursed Lord Chaitanya, you will never enjoy material life. И Брахман проклял Господа Чайтанью, сказав, ты никогда не будешь наслаждаться материальной жизнью. А Lord Chaitanya, Hare Bom. Очень хорошо. So sometimes, but the materialistic people think it's a curse, is actually a blessing for the devotee. Иногда то, что материалистичные люди считают проклятием, для преданных равно благословению. But devotees, you know, our business is to give mercy. Но для нас, как для преданных, первоочередно является раздавать милость. And to be forgiving also. И быть прощающими. Forgiveness is an important quality of a devotee. Умение прощать — это важное качество преданного. Sometimes people say, I'll forgive you, but I'll not forget. Иногда люди говорят, я прощаю, но не забываю. So, you know, we should be careful not to keep things in our heart. We want to get these things off of our heart. If you keep so many things, bad thoughts in your mind, then at the end of life it can be a problem. Но нам нужно избавляться от всех этих вещей в своем сердце, избавляться от всех горьких мыслей, поскольку в конце жизни, если они останутся в нашем уме, это может быть проблемой. So we want to make nice arrangements with everyone, settle up things with everyone. So that you don't have any things in your mind, bad feelings or bitterness towards people.
Поэтому, если у нас с кем-то есть напряженные отношения, напряженная ситуация, нам нужно разрешать это и таким образом, чтобы у нас не оставалось никакой горечи, и мы не размышляли об этом все равно. Okay. Можно спросить? Также он рассказывал, что вот борьба за независимость, и это в прошлых лекциях, и что сейчас премьер-министр Великобритании, он индус, что они воплотились там, и там они сейчас живут. И я немножко почитал там, у него сына зовут Кришна. А есть ли шанс такой, что вот эти вот дети выходцев из Индии, они смогут как-то ведическую культуру воплотить в Великобритании, либо они настолько как американизировались или как, ну, приняли эту культуру уже европейскую, что они не смогут там воплотить эту ведическую культуру. You told us in the lecture that Indians used to fight for independence, and now Prime Minister of the UK is a Hindu. And his son's name is Krishna. So is it possible that the children of Hindus can revive the Vedic culture, or they are so much influenced by this European and Western culture that it's not possible? Well, how much of the Vedic culture you can revive, that is a question, you know. And maybe some traces of the Vedic culture can be revived, but certainly very difficult to revive the whole Vedic culture. Насколько именно мы можем возродить ведическую культуру, это большой вопрос. Возможно, мы можем возродить какие-то ее следы, но вряд ли все. And Prabhupada also thought that to establish one ashram on a global scale would not be possible in this age. Шрила Прабхупада также размышлял о том, что в этот век возродить варнашрама дхарму в мировом масштабе невозможно. But Prabhupada said we should try to keep some, we want to show people how nicely the Vedic culture is and how nicely society was organized in the Vedic culture. Although we cannot expect to implement it on a big scale, if we can just show people in our own Krishna conscious movement how nicely the Vedic culture works, then that would be very good. Но при этом Шрила Прабхупада говорил, что несмотря на то, что мы не можем распространить ведическую культуру в широких масштабах, тем не менее своим примером того, как у нас все устроено в обществе, мы можем показать людям, насколько ведическая культура благоприятна и как может быть все устроено по ведическим принципам. Prabhupada gave the example, he said, just like there are languages like Latin and Greek, which are ancient languages, he said very, very few people study it or speak it, but still they keep the department in the university, they'll have a department where they have Latin and Greek. They keep them there in the university and let people see their work, these languages in the past. So he said, the same way, we want to show people how in the past there was this Vedic culture and how nicely everything was organized at that time. Шрила Прабхупада приводил такой пример, что есть латынь и древнегреческий язык, на котором уже никто не говорит, и очень малое количество людей изучает их. Но, тем не менее, в университетах есть
кафедры, на которых изучаются эти языки, для того, чтобы показывать людям это культурное наследие прошлого. И точно так же ведическая культура, хотя мы не можем ее возродить в широких масштабах, тем не менее мы показываем людям, насколько мудро все было организовано раньше в обществе по ведическим принципам. You know, Prabhupada taught us things like, encouraged us, simple living and high thinking. Шрила Прабхупада вдохновлял нас на простую жизнь и возвышенное мышление. So we want to show people how to do that. И мы должны показывать людям, как можно это воплощать. If you can, you get some land and you live off the land, produce enough food to feed yourself, to maintain yourself. Если у вас есть земля, вы можете производить пищу, которой будет достаточно, чтобы прокормиться. Not that, I have to become rich, I have to make a lot of money. That's not required. Не требуется становиться богатым и иметь много денег. But if you can just simply produce food enough for you to maintain your family, to maintain yourselves, then that's very good. Но если вы можете сами производить продукты, которых хватит для пропитания вас и вашей семьи, это хорошо. And at the same time, we cultivate Krishna consciousness. И в то же время мы развиваем сознание Кришны. But people today, they're all mad after money. They work all long hours to get money for their sense gratification, and they have no time for Krishna consciousness. Но сейчас люди находятся в безумной гонке за деньгами и тратят все свое время на их зарабатывание, и у них не хватает времени на сознание Кришны. So we want to show people how you can have a happy life, you can have a natural life, living off the land, provide all the needs, whatever you need can be provided from the land, and you can at the same time have time to be Krishna conscious. И мы можем показывать людям пример, как можно жить простой и счастливой жизнью на земле, обеспечивая себя всем необходимым, и при этом у нас остается время на сознание Кришны. Hare Krishna, можно спросить? Hare Krishna, ваше святое место. Скажите, пожалуйста, нам опасно надает вкус повторения с этого дня? Yes, you could get some taste for chanting the holy name, even at the stage of Namaparad, but you will not get love of God. Вкус к повторению святого имени может возникнуть даже на стадии Намаапарадхи, но вы не получите любовь к Богу. The goal is to get love of God. Наша цель – это развить любовь к Богу. So if you chant with offense, you won't get love of God. Поэтому, если вы повторяете с оскорблениями, вы не разовьете любовь к Богу. But even though we may chant with offense, we can have some taste for chanting. Но повторяя даже с оскорблениями, у нас может быть вкус к повторению святого имени. But it depends on what kind of namaparad you're doing. There are different degrees. If your offense is very serious, then it will certainly restrict it. Но это зависит от того, какие именно намаапарадхи вы совершаете. Если оскорбления серьезные, то они будут мешать этому процессу. This question was about Namaabhas, the stage of Namaabhas. Namaabhas. Namaabhas, if you chant it Namaabhas, you can get liberation. Если вы повторяете на уровне Namaabhas, вы можете получить освобождение. It can destroy sinful reactions.
это уничтожает греховные реакции. That is the result of chanting Namapa. Таков результат воспевания на уровне Намабхасы. Аджамила chanted at Namapas. Аджамила повторял на уровне Намабхасы. Was saved from the Yamadutas because he chanted at Namapa. И поэтому он был спасен от Ямадутов. Okay, Hare Krishna. Так, немножко на прочь. Если вы хотите, чао.